Ну, попробуй заводить. Аккумулятор. Закрывай, Игорь, там все. Закроешь? А, одной рукой. Никак. Так. О! Ну-ка, ну-ка. Даже стопаки работают. Ну, гавкает эта фигня. Ничего такого. Теперь пошли к Куновске. Сейчас попробую одним видео снять все три. Ну, я снимаю это видео к тому, что продолжение сейчас будем ставить. Стартер. Куновский сегодня заводили, нет? Да. Давай. Все это мы проходили, провода, фига, все, стартеры меняли, 24. Вот Куновский. Трактор с куном, вот этот 80-ка, он у нас на 24. Вот так он заводит. Вот так он и должен заводить. Вот. Сейчас его мучить не будем, просто попробуем, как он, что. Вот, то есть вот этот стоит. Чем этот с двумя. Пускай работает. Пошли. Сейчас будем менять. Стартер пришел. Есть свинцом. А только у нас за это. Ну тут пошло объяснение нецензурное. Бранью. Ха, прикол, а? Охренеть! Так, в продолжение видео, которое у нас не заводился стартером, трактор вот поставили в дополнительную массу. То есть купили вот такой вот. Вот ездили, купили большой, тоже там не пошел. Сейчас его доделал, втягивающий что-то там залип. Пока решили попробовать этим. Будет крутить он, не будет. Ну понятно, что это не магнитон, это китайский 2.7. 12-вольтовый, якобы под магнитоновский, чешский. Ну, вроде бы похоже, и жалоб особо на него с магазина нету. А вот наш этот, как он называется тут? Серег, как он был? 4,2 киловаттный у нас стоял. Словак. На него даже в магазине жалобы. И, значит, вот этот магнитон стоит у нас 8,5, по-моему. А словак лежит в магазине. Ну, правда, 3,7 киловатта лежит за 6,2. Ладно. Сейчас маленько подкрутим, вставим аккумуляторы на место. Зарядили. Сейчас попробуем. Крутит магнитон, блядь.
дело было в стартере, 100%. Глуши. Давай, заводи. Ну чё, тракторист широкого профиля. Масса, хуяс, ой, извиняюсь, и все остальное. Дело было только в стартере. И стартер этот словак, который 4.2. Это стартер не крутил, только стартер. Вот китайский этот магнитом. Ну попробуем по... Со временем тоже сниму, скажу, как он работает, что он делает и как он это, как он себя поведет. Но вот китайский 2.7, 4.2, разница налицо. Все. Всем привет. Снимаю это видео в конце, в самом. Сейчас покажу этот. Снимаю продолжение про стартер, крутит, не крутит, почему, что произошло. Мы разобрались всего этой всей канители, что у нас, какая причина была. И при разборке я вспомнил наш куновский трактор. На нем также стоит словак, и стоял словак 4,2 киловатта на 12 вольт. Он у нас также ни хрена не крутил, и мы его поставили на 24. Отработал он у нас полтора года. Полтора года мы на нем заводили. Потом он втягивающий, по-моему. Втягивающий, наверное, навернулся, щелкал и не крутил. Купили мы словак 4.2 на 24. Он стал крутить хуже, но пока работает. На этом же стоял 4.2 словак на 12 вольт. И он не крутил. И всем говорю, не покупайте словак 4.2 на 12 вольт на МТЗ. Он дешев, все его хвалят, он качественно сделан, но он не крутит МТЗ. Вот, магнитон купили, 2.7 киловатта на 12 вольт. Игорь, залезай. В трактор не заводивший сутки. То есть вот как он будет. Массу мы сделали тоже, думали. Все перекрутили аккумуляторы, зарядили. В чем же проблема? Ну, вот. Вот так заводит магнитон 2.7. Якобы чешский, ну, естественно, он не чешский, но вот так он завел на холодную с утра. Это небо и земля. Мы просто подзарядили аккумуляторы, поставили массу. Это не дело не в аккумуляторе. Не в массе, это именно словак не крутит.